три, два, один. Аплодисменты! Детские соревнования на сабордах проводятся впервые. Сабординг – разновидность серфинга, в котором используется сап – специальная доска для плавания. В таких видах спорта субъективная точка зрения, она максимально влияет. То есть, как человек держится на доске, как он управляет, как легко ему ехать. Если он скован и боится, его там трясет, естественно, это будет понижать балл. Хоть это и первые соревнования, каждый мечтает о победе. Доходит и до стычек, когда кто-то проходит слишком быстро. Здесь главное отойти от соперника и продолжить гонку. Не стоит входить и на полной скорости в поворот, иначе можно уплыть совсем не в ту сторону. В первой группе участников самым быстрым оказался Дмитрий. Говорит, помогла поддержка. Вот это мой друг Санек. Он пришел вторым. Все, поддержка, это наша помощь. Санек, ну что, ты пришел вторым. Какие у тебя ощущения? Рад за друга, который первый пришел? Да, рад, конечно. Я не сомневался, что он первым будет. Лучшие среди мальчиков вышли в следующий тур, где и стало понятно, кому достанется золото. Позже стартуют девочки. Считают, что важна позиция на сапе. Если сядешь не посередине, будет сложнее грести. А еще важна сила рук и весло. Среди девочек главный стратег скрывался под номером 101. Ну, тут важно иметь, вот, мне кажется, сильные руки, поскольку грести сильно достаточно тяжело. Если будет грести слабо, то весло будет вываливаться постоянно из-под воды. После саббордов начался следующий этап соревнований – старт на вейкбордах. Вейкбординг – экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы акробатики и прыжков. Самое трудное – на вейке встать, иначе ждет досадное падение и придется возвращаться на старт. Мы живем на самом красивом водоеме, одном из самых больших озер Карелии. Мы развиваем водные виды спорта, детям это интересно, дети становятся частью команды, дети видят новое снаряжение, новые всякие штуки, которые, ну, я думаю, вряд ли они встречали, тем более в нашем регионе. Именно в детском возрасте закладываются двигательные навыки и привычки. И кажется, организаторам удалось поделиться с детьми теми эмоциями и энергией, которые можно получить от активного образа жизни. Татьяна Калеева, Алексей Локтев, служба новостей.